19 февраля в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК пройдет отборочный бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полулегком весе до 59 килограммов между российским боксером Марком Урвановым и венесуэльцем Анхелем Родригесом. Они определят обязательного претендента на бой за титул чемпиона мира. Бой станет соглавным событием вечера от RCC Boxing Promotion. В красном углу боец представляет город Первоуральск. Ему 23 года. Рост 170 сантиметров, вес 58 килограммов 900 граммов. Профессиональный рекорд 20 боев, 17 побед, 9 из них одержаны нокаутом, 2 поражения, 1 ничья. 10 номер рейтинга WBO, 15 номер рейтинга WBA, чемпион WBO International Марк Канело Урванов! Сегодня в студии спортивной улицы Марк Урванов. И разговор пойдет о предстоящем бое. Встречаем! Марк, рада приветствовать тебя в студии спортивной улицы. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Мой коллега Александр Игнатов говорит, что ты будущий чемпион. У него, знаешь, глаз на этот счет наметан. Дай бог, да. Ну вот, я не такая, я тут прочитала о твоем предстоящем бое, и знаешь, честно тебе скажу, ты с таким каким-то опасением немного, потому что твой соперник имеет размах рук такой аховый, его список побед внушительный. Как ты вообще сам считаешь, как пройдет этот бой? Ну, у меня без вариантов, нужна победа, любой ценой, так скажем, я уверен в победе. Ну, да, размах рук, да, повыше меня, ну, в этом ничего особого нету. Ну, да, как говорится, если взять хорошего боксера низкого и хорошего высокого, то всегда победит хороший боксер, который повыше и у кого руки подлиннее. Но не в данном моменте, не в этом бою. В этом бою я держу победу. Ну, я буду смотреть этот бой, да, конечно же, буду за тебя. Скажи еще, пожалуйста, смотришь ли ты бои Родригеса? Да, я смотрел его бои. Последние 3 боя не нашел его. Смотрел бои 2013 года, 2015 года. Ну да, прошло очень много времени. Ну, не очень много, но прошло время. Возможно, сейчас он боксирует по-другому. У него... не особо такие были серьезные соперники, противники. Вот, ну как бы я на это не обращаю внимания, вот, но все равно. Вот я посмотрел, как работали с ним его противники, что они делали, какие допускали ошибки. Посмотрел лучшие стороны Родригеса. Также и обратил внимание на его защиту, какая там есть брешь, вот, какие есть ошибки. То есть, в принципе, может, да, показаться он неудобен в первых раундах. Ну, спешить некуда, у нас 12 раундов. И 12 раундов, по-моему, он ни разу не проходил, по-моему, только 8 раундов он боксировал. Вот, у него год пауза. Ну, по своему опыту я знаю, что это влияет, да. Я в этом году провел уже 2 боя. Думаю, что... Ну, не в этом году, в том году, да. Думаю, что все будет в нашей стороне. Да. Какой он Родригес, по твоему мнению? Ну, я бы сказал, что он опасен. Больше, наверное, неудобен. Неудобен, да, своими длинными руками. Он тут достаточно немножко скользкий. Умеет сушить бой, то есть и сам не боксирует, и другим не дает. Вот, поэтому тут нужно быть к этому готовым. Готовым, и это нужно будет как-то... Не то, чтобы преодолеть этот вот такой вот тяжелый какой-то момент в ринге, а просто вот резко как-то сократить дистанцию и хорошенько попасть, чтобы немножко, так скажем, вот, как-то сказать-то, немного потерялся. Вот, чтобы он потерял вот эту вот уверенность в себе, и он заставлять ему нужно ошибаться. Чем больше он будет делать ошибок, тем вероятнее всего, что бой закончится досрочно в мою пользу. То есть особая какая-то специальная тактика у тебя уже выбрана? Да, конечно, есть, да, там план А, план Б. Вот, дальше будем, еще есть время, еще готовим несколько вариантов. Что помимо рук длинных и
чуть выше роста самого Родригеса. Какие еще опасности, возможно, ты ожидаешь от него? Ну, любой боксер, он боксер, он может ударить, да, и может какая-нибудь, да, такая коряга пролететь, так скажем, от которой, ну, не угадаешь, куда уйти, куда уклониться. То есть тут нужно будет быть внимательным, не постоянно держать руки на месте. Да, есть, бывает, у меня такой стиль, что я могу опускать руки, я опускаю руки, но я их опускаю только тогда, когда я уверен в том, что меня не достанут. Угу. А ты как в этот момент отдыхаешь, получается, или как? Почему? Ну, бывает отдыхаю. Бывает, я сам отдыхаю, а соперника держу в напряжении. То есть такой как своеобразный стиль. Стиль бокса, тебя да. Немножко я, немножко неудобный я для соперника. Для соперников часто так. Даже по спарринг-партнерам, спаррингуем. Просто парням неудобно со мной работать, потому что я не стандартный боксер. Скажи, пожалуйста, где проходят твои тренировки? Тренируюсь в Академии Нарборства РМК. Mm. Также Кувалда клуб есть в Солнечном. Mm-hmm. Там проходим лагерь. Вот, бывает в Академии ездим, бывает в Кувалде тренируемся. Mm-hmm. И еще немного о своей команде расскажи. Кто? Ну, мой тренер Артем Кучин. Мы с ним уже работаем давно, года 4, наверное. Вот, все славно так проходит. Здорово, у нас одна цель, делаем одно дело, стать чемпионом мира и так далее. Вот дальше видно будет. Скажи еще, пожалуйста, что для тебя мечта стать чемпионом мира? Вот что ты, какие фантазии преследуешь от этого? Да, в голове много фантазий, да, что я поднимаю одну руку, я чемпион мира. Ну, во-первых, в моем виде спорта, бокс, да, чемпион мира, это достаточно высокий статус. Далее открывается много дверей, потому что бокс, как бы, он не вечный. Вот, нужно будет продолжать, думать, что дальше. И за счет этого можно самореализоваться и так, обеспечить себя тоже. То есть бой – это больше как... Заработок или свое искусство? Ну, конечно, заработок, да. Конечно, я рискую здоровьем. Ну, еще немаловажно писать свое имя и историю. Скажи, пожалуйста, ты всегда в своем стабильном весе или есть некий сгон? Ну, в межсезонье я, конечно, поднабираю немножко. Когда начинается подготовка, вес сам по себе падает. Даже когда я не особо не слежу за питанием, вот, все равно корректирую, потому что тренироваться на том, что все, если ты все подряд кушаешь и тренируешься, ну, от тренировок пользы, там, не знаю, процентов 50 только получаешь. Нужно всегда следить за питанием. Что касается моего режима, то есть у меня еще только тренировки, сон, еда. Также езжу к своему реабилитологу. Тренеру-реабилитологу, мы с ним вместе работаем в одной команде. Ну, провели уже вместе 2 боя. Все замечательно. Никаких травм, все хорошо. Я постоянно по контролю. А по весу все здорово. Да, сейчас осталось что там 11 дней. Прям конкретно слежу за каждыми граммами. Ну, я имею в плане еды. Потому что очень важно. Углеводы, белки и так далее. Вот все расписано. И как бы корректирую по весу. Если у меня с весом все замечательно, я там где-то, может, немножко там добавлю. Немножко. Если плохо, я урезаю. Ты такой дисциплинированный? Ну, у меня, да. Ну, а как иначе в этом виде спорта? Да, как бы я бы не сказал, что там у меня вообще там блещу дисциплиной. Вот, но как бы все равно это место быть в дисциплине. Также у меня жена, она сейчас учится на диетолога-нутрициолога. И вот мне в своем плане в моменте вообще проще намного. То есть я под контролем везде. Последнюю неделю сейчас идут спарринги. Да, кто тебе в этом деле помогает, с кем ты спаррингуешь? Ну, приехали парни узбеки, там около 5 человек, по-моему, 6. То есть парни, и парням хорошо, и мне как бы здорово. То есть для них в опыт, и они как бы подходят более-менее под соперников. Помогает здорово, работаем. Слушай, в спаррингах, по-моему, надо доверять перед боем, с кем ты спаррингуешь. Это же как утечка информации, может быть, какая-то некая. Да нет, там ты не так будет. Не боишься? Ничего не будет.
Ну, пускай. Ну, нет, Родригес может спокойно зайти в интернет, посмотреть мои бои. То есть, что скрывать? То есть, ничего особенного ты не готовишь? Да? То есть, в принципе, нет, я готовлю. Нет, понятно, если... А что, ну, что, вот, допустим, если ты говоришь спарить партнер, да? Да. Там что-то расскажет кому-то. Ну, допустим, как он... Ну, пускай рассказывает. Ну, что, ну, пускай рассказывает. Все равно выйдет со мной на ринг, в ринг, и у него все равно ничего не получится. Да. Что ты чувствуешь перед боем? Злость есть? Злость она есть, а спортивная злость, а злость не к сопернику. А она спортивная, потому что мне нужно добиться своей цели, мне нужен результат. А также есть волнение. Волнение, оно присутствует. Какой-то мандраж он есть. Но тоже без него никак же. Ну, если бы его не было, было много хуже. Потому что, когда мандраж, действительно, вот прям и реакция лучше, и скорость лучше, и ты быстро принимаешь решение, когда его нету, бывало такое. Наоборот, как-то весь такой какой-то вяленький, потупливаешь, так говоря. То есть вот. Ну, вот такие вот у меня чувства. Скажи, какая поддержка для тебя вот во время боя более ощутима? Ну, жена моя присутствует на бою. Да, она постоянно, ну, понимаю, что тяжело. Она бой не смотрит, просто вдох. И, ну, когда вот раунд закончился, она с тобой посмотрит, показывает, все. Ну, поддержка моих друзей. Также я знаю, что у меня мама. Ну, нет, мама не смотрит, но поддерживает. Она уходит в другую комнату, прям все, у нее молитва там, она смотрит. Вот. Бабушка у меня смотрит хорошо, спокойно. Вот. Ну, не то, что спокойно, но смотрит. Вот. А, то есть большая поддержка, огромная поддержка семьи и моих близких. Так. Угу. Мотивирует очень. А если бы не было этой поддержки, наверное, я бы вообще не боксировал, как без поддержки. А что после, как ты себя видишь дальше, бизнесменом или, может быть, спортсменом также, только уже тренерская какая-то деятельность? Вариантов много. Ну, тренером, не знаю, я попробовал бы, ну, не знаю, не такое дело. Не буду загадывать. А в плане, да, открыть какой-то свой бизнес, да, есть идея. Ну, также там спрашивают меня про политику, пошел бы в политику, там, ну, там за спорт как-то, вот там, министерство спорта, что-то типа вот этого. Я говорю, ну, предложили бы, наверное, может быть, да, почему бы и нет. Если место хорошее, то есть, как бы, почему бы и нет. Вот, это моя жизнь, спорт. Я думаю, что, скорее всего, я и сижу до конца своих дней жизнь спорта. Здорово. Скажи, ты как-то, когда озвучишь, что вот Марк Урванов, чемпион мира, ты как-то внутренне сам изменишься? То есть сегодня ты приехал к нам в студию, на спортивную улицу. Приедешь ли ты сюда же, будучи уже в статусе чемпиона мира? Да, конечно, приеду. Ничего не изменится. Ну, конечно, да, и это будет какой-то для меня, ну, высший статус, да, но это не значит, что отношение к людям, я думаю, что они поменяются. Я такой же добрый, скромный парень. Немного наглый только, ну, без этого. Наглость, знаешь, мне кажется, в бою где-то, из тех боев, что я смотрела, бывали такие случаи, когда видно, что где-то именно из-за наглости, из-за характера... А как иначе? Да, побеждал. Ну, как, что если у тебя нет характера, нету какой-то вот такого вот стержня, не уйдешь, наверное, далеко без этого. Да, ну, возвращаясь, если к бою, то он будет такой. Все-таки супер, что, знаешь, тут в твоем случае хорошо даже где-то, что противник вроде как превосходит тебя где-то, да, на каких-то физиологических параметрах. Ну, да. Это антропометрия, да. Да, антропометрия, это даже лучше, если ты победишь, и я желаю тебе победы, я приду с удовольствием поболеть, посмотреть, да, какой ты неудобный будешь для соперника, и, конечно же, желаю тебе... Как правильно говорить? Желаю тебе нокаута или нет? Желаю нокаута в твою пользу. Давай так скажем, да. Желаю нокаута в твою пользу. В твою пользу. Да. Вау, я научилась это говорить. Супер. Марк, спасибо тебе огромное, что побывал сегодня здесь, на спортивной улице. С вами была я, Ксения. И я, профессиональный боксер Марк Урванов. Подписывайтесь в Инстаграм на нашу страницу Street Sport 66.